куда ехали-то? Водитель не смог как бы доехать, и он как бы ушел. И он сказал, да, едь сам. Я хотел. А вы куда поехали? Я хотел ехать через поля. Нет, куда? Дубровку. Куда? Вы домой? Дубровку, да, домой хотел ехать. Дубровку? Да. Лишены права управления-то, да? Да, лишен. А знаете, как... что сейчас уголовная статья за данную? Конечно, знаю. А почему садились за руль? Я хотел по полям ехать. Ну, что значит не, по полям? Не по дороге, не по дороге хотел ехать. Не по полям никак нельзя у нас? По полям можно было. Что значит можно? Лишены права управления. Но по полям дороги нет уже. Вас как давно прав лишили? Недавно. Ну когда? День, два, три, пять, месяц? Полгода назад. Почти год назад. На сколько лет лишены права управления? Я всегда, как добрый человек, всех выручал. На сколько лет лишены права управления? На полтора года. То есть две статьи, да? 12-26. Да, две. Одна 27 января, вторая 17 февраля, правильно? Да, правильно, одна 27 января, а вторая 17 февраля. Что еще нужно, паспорт? Да, паспорт, розыск. Лишены права управления Бичурин от 17-го, отбой, от 21 января 15 года на полтора. Также от 17.02.15 на полтора. Лишен на 3 года. Ну, вот руки жмет вообще. Почему скрыться пытались? Кто скрыться пытался? Никто не пытался, а страх поворот. Пешком я имею в виду. Нет, такого не было. То, что в кустах вас нашли. Я за рулем как будто был. Связи 87. Как будто за рулем был. Значит. А сейчас смог идет. 12 лет. 12. Я заполняю твои анкетные данные в приборе. Что, Семен, понятно? Дуем долго? Дуем долго в трубочку, пока не скажу, хватит. Дуй. Еще раз. Еще сильнее дуй. Ну сильнее дуй. Надо не в себя дуть, а из себя. Туда я иду. Только кровью измарал трубочку. Результат твой 0,983 миллиграмм на литр. Что, много, Иван? Это достаточно. Что, уехал? Куда? Куда? 7540. Вернулся? Говорит. Он что пил-то? Спирт у тебя сходился? Что пили? Семен, что употреблял сегодня? День строителей. Что пили-то? А пил-то что? Пиво, блядь, выпил, начальник нас угощал. Бенгазов, Маскалес, Грибович. Пиво? А после пива что пил? И что, мы на автобус сели и... А в машине тогда что, бутылка водки? Я бы ушел. Это пропора, что ли? Или рыбачи или что? О, нихуя, у него маленький, у тебя большой питок. Здесь подпись, здесь объяснение, что пил, куда поехал. То, что управлял автомобилем, будучи лишенный на состоянии опьянения. Говори. Подари, подними. Че у нас? Ты только очухался, тебя весь вечер снимаю. Здравствуйте. Серьезно, лицо нормально. Какой здесь адрес? Гончарова, 23.
за тебя 50 рублей куплю. То, что можешь не давать объяснения против себя самого близких родственников. Тогда можно расписаться, да? Ну, тут надо расписаться. Просто я против себя... Я же дал против себя объяснение. Ты против себя объяснение? Да. Объяснение против себя никто не дает. Ты тут можешь написать объяснение свое, можешь написать без объяснений. Ну, пока пропущу, да, а вот тут что? Не надо пока пропущу, по порядку все надо. Давай, здесь что все? Подпись надо поставить. То что? То, что я тебе разъяснил статью. Ну, слышно, все. Доски колотили. Здесь либо пишешь объяснение, что пил, куда поехал, либо не пишешь. Не прочерка написать надо, без объяснения, если без объяснений. Ехал домой, все, да? Я не знаю, куда ты ехал. Твое ведь пояснение. Согу передай. Ехал домой через поле, дальше что? Не знаю я. Что пил, куда ехал. Ехал-то куда через поле? Надо было, да? Да, один рапорт, два объяснения. Дубровку. Что пил перед этим? Пил. Тут подъехали? Да. Кого вы ждали? Отлично. Пиво. Подпись. Спасибо.